Московский «Локомотив» открыл двери своей тренировочной базы в Баковке для журналистов. В среду состоялась открытая тренировка железнодорожников в преддверии еврокубкового матча, который пройдет уже завтра. Последние матчи «Локомотив» проводит более чем удачно. Беспроигрышная серия железнодорожников достигла уже 14 встреч. Правда, в последнем поединке «Локомотив» все же оступился. Домашняя встреча с «Рубином» была добыта лишь ничья 1-1. Следующим соперником железнодорожников станет бельгийский «Андерлехт», а это уже Лига Европы. Как обычно, журналисты смогли увидеть лишь положенные 15 минут предматчевой тренировки. Правда, из-за проблем со здоровьем в ней не смогли принять участие три игрока «Лока». Это вратарь Александр Фельцов, а также полузащитники Дмитрий Торбинский и Дмитрий Тарасов. К слову, организация всех предматчевых мероприятий в «Локомотиве» была просто на высоте. Там же, в Баковке, была организована и предматчевая пресс-конференция главного тренера железнодорожников Жозе Каусейро. Также в ней принял участие голкипер команды Гильерме. Как выяснилось, наставник Лока еще не разбирался со своими подопечными сильные и слабые стороны Андерлехта. Сегодня мы перед или после тренировки мы посмотрим отрезки видео остальной команды. И Каусейро, и Гильерме пребывали в отличном настроении. Видимо, тренер окончательно освоился в России и чувствует себя здесь как дома. Правда, он признается, что русский язык пока так и не освоил. Хотя наверняка просто стесняется. Не говорит по-русски, что ли? I don't speak Russian. I understand чуть-чуть. Хорошее настроение игроков и тренера можно понять. Команда не проигрывает. Неудивительно, что все хотят узнать, в чем же секрет Каусейро. Оказалось, все просто. Что помогает команде, это самоуверенность. Agora, há uma coisa que é certa. Nós não temos medo de perder. И есть такая еще одна вещь серьезная, что мы не боимся проиграть. И, ну, на данный момент я считаю, что Андерлехт это самая сильная команда. Agora, isso não quer dizer que nós não queremos ganhar o jogo. И это никак не отразится на том нашем желании выиграть завтра. São coisas diferentes. Продолжится ли беспроигрышная серия «Лока» узнаем в этот четверг. Железнодорожники примут бельгийскую команду на стадионе «Локомотив».